все сгорело. И у меня шайба. У меня шайба, смотрите. 5 копеек, 1870 год. Первая экспедиция с эквиноксом. Первый сигнал и пятак. Курьезный. Шальной пятак. А почему курьезный? Слушайте мою речь. Я прошел всю деревню. Я думаю, что-то верховые, что-то находки-то, блин, всего на штык лопаты. К чему я говорю? Всю деревню я прошел с чуйкой с одно деление. Кто ходит с эквиноксами, означает, чуйки у меня не было вообще, представляете, не было вообще. Но поднял пятак все-таки на чуйке, ноль. Сейчас поставил чуйку полную. Настройки стандартные, какие я вставлю в основном, но чуйку прибавил на максимум. И вы знаете, ну блин, попер сигнал из глубины. Прям сейчас буду ходить по своим старым местам. Хорошо, что когда все сгорело, видно следы, потому что у меня специфический след такой идет. Ну что хочу сказать, ну, Саша, ты балбес. Ну что, ребята, отойдя от машины, вот буквально. После наладки и установки всех необходимых настроек у меня как понеслось. Монеты на каждом шагу. Правда, советики, но приятно. Когда я поднимал, вот здесь вот засыпал пятачок. И вот смотрите, крестик. Крестик, ребята. Мужской нательный крестик. Что это, ребята? Опыт или прибор? Пятак, двадцатка, и вот еще одна монета. Пнул, и вот вылетело. И судя по размеру, это снова пятак. Сместившись в начало деревни, пошли цари, да еще какие. Огромные шайбы, пятаки. Был даже найден кошелек царских пятаков из серебра. Кстати, эти монеты у нас в ближайшее время будут разыграны на стриме «Кот в мешке». Принять участие еще не поздно. Кошелек был откопанный в прошлом сезоне. Монеты не чистились, у сохран монет нормально. Если вы желаете поучаствовать в розыгрыше при случайном выборе чисел через программу Randomizer, тут может быть за 100 рублей можете этот кошелек забрать. Все в кадр не вошло, но этот день пятаковый. 13 пятаков с выбитой деревни. Для меня это сказка, ребята. Слышите, да? Мы сейчас с нетерпением ждем Илюху. И говорят, он там поднял кошелек. Кошелек. Такой здоровый, до сих пор еще тащит. Я так быстрее пришел. А где кошелек-то, а? Ну а вечером хорошенечко отдохнули. Танцы, вкусная еда, отличная компания. Обо всем подробно увидите в ближайшее время. Подписывайтесь и будьте в курсе наших похождений в поиске кладов. Приятного вам просмотра. Нихило.
И это считается то, что деревня битая. Как нам говорят, битая, перебитая. Сегодня столько много народ приезжало, говорят, бита, здесь делать нечего. Ну как вам? Нечего здесь делать или чего?